Здравствуйте, товарищи моделисты! Сегодня я покажу, как проверить цифровой датчик скорости, воздушной скорости. Значит, вот у нас здесь этот датчик, вот он, цифровой. Трубка ПИТО, вот она, пакетики пока лежит. Вот. Но мы его к контроллеру не подключали пока. Вот, потому что на контроллере X-Hawk 4 у меня стоит квадрокоптер загружен. Вот. А когда будет загружена прошивка самолета, то там воздушный датчик определится. Но пока предварительно я проверяю его работоспособность. Как его проверить? Ну, по крайней мере, узнаем его адрес по E2C. Значит, включили Raspberry. Вот. Значит, воспользовались командной строкой и ввели вот эту команду. Суда E2C Detect Y1. И он нам покажет таблицу, где его адрес. Значит, на осциллограф мы будем смотреть уровень сигнала. Дело в том, что я к этому датчику сделал преобразователь уровней вот, на микросхеме. Вот, значит, вот так я распаял там. Он с уровня 5 вольт, который датчик идет. Сам датчик питается 5 вольтами, и выход у него по уровням E2C. 5 вольт. Однако же на пик-схавк нам нужно 3,3 уровней получить. Вот я, значит, сделал преобразователь уровней. Такую платку. Так, ну, значит, здесь мы ввели эту команду. Вот, на осциллографе пока, ну, ничего нет. Можно сказать, потом увидим, какой сигнал уровень. Вот. Нажимаем Enter. Значит, здесь адрес стоит 28. 28 адрес. И смотрим, какие у нас уровни по осциллографу. Так. Что так, кошка? Чего? Ты чего сказала? Ты разбираешься в уровнях? Нет? Ну ладно. Так. Уровень у нас 3 вольта. Ну давайте еще повторим. Сейчас увидим еще раз. Ну вот. Наши сигналы. Вот, как видно, одна клеточка у нас 1 вольт. Раз, два, три. 3,3. Вот. Что-то у меня такая полностью пакет. Сейчас. Ну вот. Если тут видно, уровни эти. Ну, что и следовало доказать. У нас с датчика воздушной скорости выходят уровни на E2C на контроллер 3,3 вольта. Вот. Ну вот эта таблица, где показан уровень, что адрес 28. Все. На этом я заканчиваю, товарищи. Следите за моими видосами.